Я вот, например, завтра еду. Я в Перми оплачиваю пропуск. Ну? Мне квитанцию надо с собой брать. Да? Все понял. С 13 апреля в Соликамске водители больших грузов, чтобы разъезжать по дорогам города, должны при себе иметь не только разрешение на выход на работу, документы на машину, но и разрешение ездить на такой большой машине. С 13 числа закрыты городские дороги. Знаете об этом? Постановление главы города Соликамска. А эта машина же считается вроде как. На машину дайте документы. Такое ограничение введено в период весенней распутицы. В первую проверку сотрудники муниципального контроля выписывают водителям без пропусков предписания. Чтобы в дальнейшем не получить штраф, им нужно оформить пропуск. Разрешение должны оформить те водители и организации, у которых железный конь весит более 10 тонн. В противном случае проезд по дорогам общего пользования запрещен. Обратитесь в Управление перспективного развития по адресу 20-летия Победы, 121, 3 этаж и оформите пропуск. Отметим, для каждого авто стоимость пропуска будет своя. Также на время весенней распутицы для водителей большегрузного транспорта предусмотрены пути объезда. Проверки водителей будут продолжены до 12 мая, ведь до этого срока в городе действуют ограничения на передвижение большегрузом. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».